да, четверг-пятница, прогнозом отрицательная ночь и не очень положительная, плюс 1-3 днем, то, скорее всего, наверное. То есть будем субботник, по факту уже смотреть, да, какая погода. Ну, я так думаю, наверное, если со мной согласитесь, что, скорее всего, в эту субботу субботника, наверное, не будет, потому что вся то, что лежит на газонах, ну, что-то вроде как бы оно прилипло, оно перемерзло, поэтому что-то где выгодно, наверное, не исправит. Вот посмотрим. Наверное, ну, Александр Владимирович, мы сейчас говорим вообще о перспективе, да, о двухмесячнике, да, то есть определены ли территории, которые, да, будут подлежать, распределены ли между субъектами? Ну, у нас подготовлено, что распределено. Вчера мы собирались с промышленными, с руководителями промышленных предприятий, об этом разговаривали, но погода вносит свои коррективы, я думаю, что все-таки на следующей неделе погода может быть. Ну, мы, конечно же, депутатский корпус, я думаю, что поддержим все проводимые мероприятия. Каждый депутат еще посмотрит предвзято на свои округа, отметит основные моменты, требующие убрать какие-то территории на своих округах или в других частях города. Ну и в то же время станет неким инициатором различных мероприятий, связанных с уборкой территории, с обрезкой деревьев или кустарников, или с посадкой деревьев, то есть все то, что собрать ветки, убрать, вывести. Я думаю, что мы здесь, ну, примем самое активное участие. Двухмесячник, это правильно, то есть позволит нам временной отрезок вывести город. Ну, я думаю, что каждый житель города Назарово хочет наш город видеть чистым и ухоженным, и в котором достаточно комфортно можно будет наше короткое лето ощутить и почувствовать все вот эти вот прелести жизни как раз в теплое время года. Ну что ж, коллеги, рассмотрели.